Всем привет! Продолжаем проходить Resident Evil. Мне этот босс, конечно, достал. Все уже кровью повыпивал. Сейчас попробуем его с первого раза пройти. Короче, я здесь немного одну фишку понял, что бензопилу не обязательно просто атаковать. Сразу на излом можно, как говорится, идти. Неужели? Охренеть. О, это победа, нафиг. Так, вот сломали бензопилу. Окей, так. И все, тут больше ничего нету. Так, возьмите собачью голову в гостиной. А гостиная у нас где?
Карта. Первый этаж, центральный зал. Блин. Мало патронов для дробовика осталось. Окей. Так, нам бы сейчас добежать до сохранения. Кстати, тут что-то никого нет. Отлично, патрончики взяли. Не, реально, куда они делись? Закрыто, как обычно. Так, мне еще тут бабуль ненормальных не хватало. Так, давайте сохранимся. Узнаем, что там мабуля хотела. Так, а где еще-то глава получается? Найти, возьмите собачью голову в гостиной. А, вон гостиная. А как я там пропустил-то, ничего не могу понять. Окей, сейчас бегаем. Вот тут, вот гостиная. Все правильно. И где она тут? А, у нас эта штука уже мы брали для этих, для маятников. Маятник, короче, был у нас. Ну, сейчас повесим тогда.
Все, я понял. Где у нас этот ящик? Там в часах находится. Отлично. Все, у нас все есть. Последний угол сейчас в ящике заберем. Запутался. Так, это уберем. Переместить. Так, я что не взял еще одну кошку? Вроде ящик открывал, закидывал. Все, последний момент. Так, ладно, сохраняемся. А, на этом будем сохраняться и заканчивать. Спасибо всем, кто смотрел. Всем пока.